Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Call of Duty Modern Warfare 2. И на сегодня у нас операция, как в былые времена. Все, полетели. Сложность ветеран. В прошлой серии Макаров нам сказал, что Шепард находится в точке Браво Хоутел. Хоутел Браво, как-то так. У нас всего один пулемет, у них тысяча. Мы даже не знаем, не солгал ли Макаров. Прайс? Нормальный человек не просыпается с мыслью о том, что сегодня последний день его жизни. Но я считаю, это роскошь, не проклятие. Знание, что смерть близка, дает свободу. Самое время свести счеты. Враг силен, нас мало. Мы на пределе, идем на верную смерть. Но камни и песок, за тысячу лет войны впитавшие столько крови, будут помнить нас за это. Потому что мы сами выбрали свой путь. И поверь, этот путь страшнее любого кошмара. У нас нет другого выхода. Мы должны это сделать. Мы его уничтожим. Афганистан. Точка Браво Хоутел. И че это за точка такая? Точка Браво Хоутел в Афганистане. Это, наверное, какая-то секретная база ЦРУ в Афганистане, да? Точка Хоутел Браво, Афганистан. Ну да, скорее всего, это секретная база ЦРУ в Афгане. Что у нас есть? У нас есть вектор с глушителем и... Такая снайперская винтовка. Похоже, сведения Макарова верны. Они расходятся. Отлично. Подождем. Этот код стоил цены, которая за него заплачена. Впереди Альфы. Путь по руслу свободен. Прием. Право. Песчаная буря. Почти ничего не видно. Прием. Зулу. Двигаемся на восток вдоль каньона к северу от дороги. Прием. Первый. Убираем группу справа. Прямо под нами. Двое слева мои. По моей команде. Три. Два. Один. Пошел. Двое слева мои, значит, мои правые. Мы должны действовать заодно. Ладно, ладно. Давай последнюю точку. Я просто запутался. Первый. Убираем группу справа. Прямо под нами. Мы правые, да? А там даже собака не скулила. Даже никто ничего не узнал. Ладно. А че они тут хамби оставили? Так что да, давай быстро работаем. Нажмите ЛКМ. Понял, понял. Как это работает. Yeah. Прощайте, сотрудник ЦРУ. Поехали. Так, ладно, будем надеяться, что нас пока не заметили. Мы находимся где-то здесь. На точке Браво Хоутел. Тихо. В нашу сторону идет патруль. Уходим быстро. Понял, понял.
Сразу паника началась у них. Сразу бы побежали быстро-быстро. Я его убью. Ничего. Это не наши люди, это америкосы уже. Это другое уже. Другое дело. Ты ноутбуки видел, а? Прайсы. Ноутбуки пока видел. И чё? Правый? Окей. Слушай, Прайс, я тебе, наверное, что-то скажу такое неправильно, или я не понимаю особо, ну... Глушители не такие уж и бесшумные. Если по-честному. Глушители издают... Как, глушители какой-никакой, а звук издают. Даже самые-самые такие хорошие глушители. Ой-ой, надеваем эту херню. Ну блин, в этой херне ничего не вижу, не видно. Так, возьмем лучше это. Ох, ни хрена себе, какая штуковина я нашел. Да, мы тут. Радуйтесь. Так, нужно это, сюда добраться как-то. Перебраться. Все. Убери эту... Убери. Лазеры поставили. И думаю, что без с лазерами им какая-то это преимущество будет. Ага, не очень верю. Так, идем. Смотрим больше поглушить по лазерам. А, да блин, они меня все равно видят. Я их не вижу, они меня видят. Так, тут сзади пока никого нету. Ай, блин, тут бегут толпами этими. Бегут толпами тут и... Наплевать, что их убьют сейчас, ранят, но бежать будут все равно. Все равно будут бежать и бегать. Да блин, какая сложная миссия, а?
Сейчас научимся. Пока никого не пропустил. Так, сзади пока никто не прошел. Так, вот, а теперь сзади они проходят. Так, нормуль. Все, выжили. Теперь быстро уходим из этих пещер. О, ноутбук. Нет, не ноутбук. Выбрались кое-как. Так, поменяй вот эту вот херню. Ой, лучше возьми обратно. Пригодится сейчас. Так, сиди нормально. Раз. Два. Все, никого. А, щит взять нужно. Щит. Я понял. Щит нужно. Все, пошли. Тихо. Идем. Блин, не увидел. Нужно там только пулю этот взять и... Да, этот возьми. Или тебе насрать просто. Так, все, бери это. Понял, нам туда. Так, расстреливай. Щиты подошли. Подошли щиты. Откуда стреляет-то? Вот он. Так, еще никого больше. Вон там еще партия. Понял, сейчас разберем. Еще один остался.
И что я могу сейчас сделать? А, тепловизор, понял, понял. Тепловизор. Нормуль. И без обходного пути нормуль. Так, ладно, сейчас вот здесь обойду. Ладно, сейчас возьму эту херню-то. Постреляю более-менее. Ой, здрасте. Так, постреляем, ты чего? Чуть больше патронов, но все-таки нормально будет. Так, этого здесь, это возьми. Ну, вылезайте. Так, еще где-то справа. Блин, не лезут еще. Понял. Что-то там что-то кто-то заминировал. Че, как открывать? Пробить нужно. Так, все, заходим. Ну, чего там, чего? У меня прицел точный. А, сам Шепард заговорил. Заминировали тут все, да? О, ноутбук. Сколько тут колы-то? И взрывчатки сколько? Они тут все взорвут скоро. Ну, конечно, столько секретной информации тут. Что Шепард как-то во всем этом замешан. Это штаб Шепарда находится. А, мне открыть нужно было, я думаю, пока ты там что-нибудь сделаешь. Все, валим. Проблем нету. Экскалибур, я Голд Игл. Приказ открыть огонь. Групповая цель Ромео. Вблизи позиции дружественных войск. Сэр, это всего в 100 метрах от вас. Это не предложение, а приказ. Вас понял. Огонь по цели вблизи дружественных позиций. Ой. Че, куда бежать-то? Там все уже завалено все. Нормуль. Своих. Своих поубивал тут. Гранатометы. Понял, сейчас сделаем. Бери эту херню. Ай, это не ошибся. Так, вылечивайся. Ну как просто много-то, а?
это свой вообще-то. Ну-ка, тут что-нибудь есть полезное? Было. Я, к примеру, чтобы я погиб. Да тихо, тихо, ты не умирай. С первого раза нормально все прошли. А теперь умираем еще будет. Ну, а его теперь начинается. Вот теперь веселье. Вот теперь веселье будет, да? Ну ладно, дошли. Ой, ой, тихо. Ну, блин, ну все, в первый раз нормально получилось. Почему я нахрен туда полез, а? Че я там забыл-то? А, идут. Нормально все получилось в первый раз. Так, нет, я что-то туда полез. Машина взорвалась. Вот так всегда бывает, да? Бывает всегда так. Так, нужно перейти вот сюда вот. Народу там еще много. Так, осталось еще пару. Ложись. Вроде никого. Все, убили. Теперь толпа тут два бежит уже. Все. Прошли кое-как. Ноутбуков нету. Ладно. Прайс становится все ближе. Ой, Шепард становится все ближе и ближе. Осталось совсем вот чуть-чуточку. Скорее всего, последняя серия будет последней. Все. Осталось найти его и убить. Это, скорее всего, следующая серия последняя будет все же.
И у нас еще будет еще одна игра. Третья часть Modern Warfare. Третья часть. И скорее всего мы пройдем ее сразу же, вот, без перерыва. Без перерыва просто возьмем и сразу начнем играть уже. Сразу после этой. Ладно, давайте сейчас закончим уже. И я сейчас, прямо сейчас начну уже играть уже в следующую серию. Все, давай, все закончили. С вами был Виктор, всем пока.